Хотите заработать деньги? Мы подарим вот этого красавца в хорошие, добрые руки. Такого в истории компании еще не было. Мы отдадим этот автобус в надежные, профессиональные руки того, кто сможет в него вдохнуть вторую жизнь. Подарим этот автобус бесплатно. От тебя только комментарии к этому видео. Здравствуйте, настоящие будущие клиенты компании «Автомобили», а также подписчики наших соцсетей. Меня зовут Михаил Дыгданов, я директор компании, и сегодня мы поговорим про этот автобус. Это «Ласточка» 2006 года выпуска, и последние пару лет гнездилась она на нашей территории. Сначала наш постоянный клиент поставил этот автобус к нам на реализацию. Он так прикипел душой, что изначально цена была выше рынка. После того, как автобус продавался у нас где-то порядка 6 месяцев, клиент подобрал у нас другую технику, и мы забрали этот автобус в зачет. Далее реализацией автобуса занялись уже мы. Поставив адекватную цену, мы нашли клиента, но дальше произошла интересная история. В момент тест-драйва наш клиент въехал на этом автобусе в дерево и получил автобус небольшие повреждения по кузову. Мы их посмотрим дальше. Давайте прямо сейчас посмотрим цены на эти автобусы. За 628 продается в предыдущем кузове. Вот этот автобус тоже 2006 года стоит 500 тысяч рублей. И есть даже аналог синего цвета за 1 000 000 рублей. А мы передадим этот автобус вам за вашу идею. И немножко нарушив поговорку, давайте посмотрим в зубы дареному коню. Здесь довольно приличная резина и спереди, и сзади. А вот здесь вот результат неудачного тест-драйва. Так что оцените масштабы бедствия. Сердце этого золотого дракона еще довольно хорошо бьется, пульс прощупывается. Он полностью в порядке по документам. У нас есть ПТС, и мы сможем оформить договор купли-продажи. Подведем итог. Чтобы забрать этого красавца, вам нужно в комментариях написать, почему ваша идея самая лучшая, как вы ее будете реализовывать. Обязательно не забудьте указать ваши контакты, телефон, мессенджер или другой способ с вами связаться. Дальше, в течение 3 недель, в комментариях мы выберем лучшую идею, лучший способ реализации и вместе с вами определим победителя. Друзья, на самом деле у нас были идеи, как хайпануть. Мы хотели поджечь, разбить его экскаватором. Но среди наших подписчиков много специалистов, водителей, механиков, владельцев СТО. И мы считаем, что найдутся люди, готовые вдохнуть жизнь в этот автобус с различными идеями, потому что мы снимали видео о дискотеке на колесах, шаурме на колесах и все способы его применить для перевозки рабочих или своих сотрудников на автопредприятии. Поэтому надеемся на хорошую судьбу этого прекрасного золотого дракона.